Добрый вечер, дорогие друзья. Международный благотворительный фонд Владимира Смирнова «Приволжье» рад приветствовать вас на первом отборочном конкурсе на международный фестиваль «Москва встречает друзей». И для приветствия от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия слово предоставляется протоиерею Олегу Сергееву. Под ваши аплодисменты. Ребята, сегодня вы получаете на этом конкурсе добрую, хорошую, чистую дорогу в жизни. Быть хорошим человеком очень трудно, а быть хорошим музыкантом еще труднее. Это тяжелый, титанический, ежедневный труд. Поэтому желаю вам на этом конкурсе проявить себя. И от имени Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского Арзамасского, я вам передаю его благословение на начало вашего творческого пути на этом конкурсе. Пусть ваши родители, ваши педагоги будут рады той возможности, что благодаря этому конкурсу откроются новые имена, и вы как звездочки на небе зажжетесь, и мы будем рады и счастливы видеть своих земляков со всего Приволжского федерального округа хорошими, чистыми, настоящими профессионалами и виртуозами своего дела. Удачи вам! Спасибо огромное! Для приветствия от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова «Приволжья» слово предоставляется исполнительному директору Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова «Приволжья» Галине Красильниковой. Под ваши аплодисменты! Приступающим к конкурсному творчеству и тем, кто уже обрел опыт концертных выступлений, шлю сердечные пожелания, больших успехов и побед, а главное – профессиональной радости и вдохновения. Волшебная сила музыки вновь собрала юные таланты. Пока звучит музыка, мир озаряется светом, жизнь наполняется смыслом и надеждой. Желаю вам творческого горения, новых достижений, свершения всех замыслов. Верю в вас, Владимир Спиваков. Для вручения сертификата Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова на сцену приглашаются Анастасия Белых, Филиппов Степан, Филиппова Мария, Ахмедов Искандаржон, Федор Лысяков, Олега Фролова, к сожалению, болеет, сертификат уже передан маме, Козина Анастасия, Шавина Дарья, Чижикова Елизавета, под ваши аплодисменты. День рождения проводит Галина Красильникова. Давайте еще раз бурные аплодисменты поаплодируем нашим студентам. Они получили заслуженные сертификаты, которые помогут им в дальнейшем будущем. Я вот уверен. Еще у нас остался один сертификат. Он один из самых почетных. Друзья, ну а сейчас мы обязательно будем вручать. Ну что ж, спасибо огромное, друзья.
Здравствуйте! Проходите в зал, наслаждайтесь сегодняшним концертом. И, естественно, мы не можем отпустить наших студентов без красивых букетов цветов. Городского. При народе хороводе. И гостяцкий кадриль. Под ваши аплодисменты.
Thank you.